Впереди нас 5-й фривей, Highway 5, и мы отправляемся в Freeway 5 на юг Калифорнии. Сзади нас поджимают, надо приезжать. И заметьте, что впереди все траки. Что этот везет, Лео? Что он везет? Этот трак везет бензин, чтобы заправлять машинки. А тот трак что везет? Мотоциклы. А следующий трак везет пианины тоже. Классно? Короче, мы слева назначаем каждый трак, что-то везет, чтобы 8 часов прошли быстрее. Welcome to San Diego! Через 8 часов. Полтора часа от Сакраменто начинается сумасшедшая пустыня. Вот нормальные люди с прицепиком едут. Смотри, обычная машина везет прицепик. Да. Лео, как тебе нравится пустыня или не очень? Пустыня нравится или нет? Нравится. Нравится? А мне нет. В пустыне оазис, нашли воду. Лос-Анджелес. Спустя 7 часов, первая остановка в городе Лонг-Бич. Хотя у нас есть еще на миль 50 бак, но мы заправляемся, чтобы не рисковать. Но все равно, что нам осталось, 60 миль. 8:45 вечера, мы прибыли. Good morning. Ночь прошла хорошо. Просыпаемся. А здесь у нас такие звуки и крики. Привет, помашите рукой, ручкой. Как вас зовут? Артема. Короче, парни, сейчас завтрак у всех готовится. Уже готов, поехали на второй этаж. Привет! Welcome to kitchen. Как вид выглядит с этого окна? Дует приятный прохладный ветер, даже не скажешь, что лето. Паркуется Костя, приехал только что. Час выехал, 8 приехал. Час ночи. И вон за той пальмой виден океан, и слышно особенно. А сейчас у нас будет семейный завтрак, семейный завтрак. Мы готовы? Что нам еще ждать? Андрюха первый раз в жизни моет посуду, это для камеры специально. Я вижу, что работаю за помоечную посуду. А что посуду? Так, что помоет. Дома или на работе? Дома. Да? Я вообще сделал такую вещь, чтобы посуду люди мыли. А, ну это ж профессиональный пломба. Итак, мы всех ждем и начинаем. We'll be right back.
с тебечка я ещё влюбила. Христос тебечка я ещё влюбила. Пока все зависают на океанах, мне приходится такую важную работу делать. Берем или стараемся взять лоун на новый форплекс. Это довольно важно, но я пропускаю такую важную деталь. Я даже не видел океана еще ни разу. Сегодня и за вчера. So, быстрее расписаться. Я уже на 28 странице из 40... Из 73. Хочу показать немножко дом снаружи. О, девушки приехали с продуктами. Вот так выглядят домики сзади. А вот это вот такой длиннющий домище. Дом-лимузин. А ширина его вот... Сколько это метров, Серега? 5. Сколько ширина метров? Воду нужно. 3,5 метра. Да больше. 5 метров. А? Мы, чтобы экономно было, поехали в Костко, купили кучу продуктов. Сколько вышло, Серега? 150? 156. 156 баксов вот. На сколько? 3 дня. Плюс еще они потратили 100 баксов. Ну еще, да. То есть это, конечно, не все. Вот это дом-лимузин. А я иду за доской и идем на океан. На что это похоже? На Walmart? We saved you guys $78. Как вы сохранили нас? Программа Week. Спасибо, Калифорния. Спасибо, Арнольд Шварценеггер. Линкольн. Обама. Кэр. Учись. Короче, спасибо основателям. И открывай. Шутка. Короче, программа Week – это люди, которые кормят детками, да? Детей. Спасибо, нас выручила. Жанна, мы тебе в долгу. Но, не я. 79 баксов они потратили. Да, Маша, еще лучше. Смотрите, какие у нас соседи нехилые. Audi TT. И рядом с ним камуфляжный Subaru WRX. Да, он круче. Улица Кливленд и Нептун, на которой на углу чего стоит наш дом. Вот, два дома одинаковые, два таких лимузина. Первый, второй. В ночь я не помню, сколько он стоил, но с вчерашнего дня по понедельник. В понедельник утром мы уезжаем, мы заплатили 2700. Это неплохой навар для хозяина. Для нас немножко дороговато, но жить можно. Ну, мы разделили по семьям, у нас тут много семей. В общем, такой обзор. Я еще постараюсь уточнить все точности. Единственное, что здесь пугает, это вот железная дорога пролетает мимо нас. И не просто пролетает, она сигналит со всей дури. Зачем? Даже 12 ночи, в 12 ночи, 12:30 орет железная дорога. Тут в Сан-Диего и Лос-Анджелес соединяет Amtrak, на котором, я думаю, поехать в субботу в Сан-Диего утром. Прохожу на пляже, такие домики, такие прикольненькие вещики. Так уютно, вот дворы людей. А сколько здесь сейчас стоит, это надо узнать. Я уверен, что лимонов несколько. И вот мы у подножья океана. Ну, все наши уже там, а я опаздываю.